Начальник отдела госконтроля и лицензирования регионального департамента экономического развития и торговли попался еще на одной взятке. Напомним, что на прошлой неделе чиновник был задержан в собственном кабинете сотрудниками ФСБ. Тогда он получил от некого предпринимателя 416 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что в начале марта этого года все тот же предприниматель тому же чиновнику уже давал 420 тысяч рублей. Таким образом, представитель исполнительной власти мог обогатиться за текущий месяц более чем на 800 тысяч рублей. Теперь два уголовных дела объединены в одно производство. Задержанный находится под стражей.